Международная годичная студенческая научная конференция подошла к концу. Проректор по науке Российско-Армянского университета Паркев Аветисян выступил с общими результатами и подвел итоги конференции. Председатели секции представили свои отчеты о проделанной работе и обсудили важность проведения таких научных мероприятий для студенческого сообщества. Участники активно обменялись мнениями и опытом, что способствует развитию научного мышления и профессионального роста. Паркев Аветисян вручил сертификаты участникам пленарного заседания, поблагодарив их за активное участие в конференции и высокий научный уровень исследований. Конференция стала отличной возможностью для студентов раскрыть свой потенциал, исследовать актуальные темы и представить их.